сюди, Борька, сюди. Та я дивився. Дивився. Закривай борт, Стас. Выскочи. Нет. Ну, дивіться. Я боюсь, як воно поїде. Ївок скаже, єбось, ну, давай його поїдемо. Ой, красота, давай. Я боюсь. Да. 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 Вот, болоти. А вы ворота. Да, нас не надо. А что попадем? Ты же если ставишь, легко, легко камеру вставляю, она про шас расставляю. Сколько в них килограмм? 50. Я кажу, кажу, я боюсь, хоч вони туди вилучу більше. Не покусають вони маленькі. Ой, не дай Бог, ти що? Я їх про це підпочив. Я сказав, ти будеш про це. Давай, купуй. Ей, Машка, Машка. Ти не знаєш, давай я гріжу. А ну там, будь. Ми ж кастрируємо всіх. Ми ж біля двору. А, ну, а ми біля Харкова. Треба було зібрати два тих. Нормально. Кабани будуть. Ну, хай будуть вони, мені свині. Кабани покастрюєвані, маленькі. Ні, так вони виростуть більше. А що вони виростуть? Мені. Во, хороші. Що, дивись, поїхав. На гроші дайте. Накривай. А зараз накриємо, потім гроші. И вот так сейчас поедем дробить горох. Гороха у меня еще раз бочка, два, три, четыре, пять, шесть, ну штук 10 бочек. Там дальше бочки стоят закрыты просто. С этой комнаты, с этого вернее вагона, он получается 9,50 на 3, по-моему, 30. Вот это хочу сделать, тут поставить крупорушку. И тут сделать перегородки для кормовых. То есть места хватает.
поставлю сюда крупоруху. И тут аж делать бочки пшеницей, с ячменем, там, ну, кормовые. Но сначала перед этим хочу все обшить ОСБ. Пол тоже зашить ОСБ. Покрасить потолок и укрыть, накрыть крышу или шифером, или профлистом. Двухскатную такую сделать. Она типа есть тут двухскатная, но она просто сметала кое-где подгнивала. Вот в этом месте, вот именно вот этот очаг, где-то тут подтекает над окном. Окно закрыто. И здесь хочу, ну здесь заниматься хочу именно мешать, колотить. То есть вот такое все взвешивать. Бетономешалку поставить именно здесь. А рядом сарай вот у меня раз. И сюда пошел высыпал. Ну, к примеру. Покрашу его весь. А тут он где-то подтекает. То есть сделаю. Будет нормально. Вот это какие у меня планы. Также мне задавали вопрос насчет свиноводства. Стас, скажи, подскажи, как начать, с чего начать. Вот я хочу начать, не могу, ну как бы начать, не знаю с чего, что для этого надо, что и как, каких поросят, ну и так дальше и тому подобное. Сейчас попробую вкратце объяснить. Вот, к примеру, взять сегодняшний день. Приехала ко мне молодая пара и купила 3 свинки, 1 кабанчик. Вот они одного кабанчика откормят просто на мясо, а 3 свинки попробуют покрыть. И с них сделают свиноматок. Покрывать будут искусственно, я так понял, дюрком хотят покрыть. И с этих 3 будут 3 свиноматки. И 3 свиноматки, дай бог, все будет хорошо, приведут поросят. И все, пошла-поехала. Хоть продавай поросят, хоть себе на откорм оставляй. Хоть часть продай, хоть часть оставь себе на откорм. Вот и все, что надо начать. Прежде всего надо подумать, сможете ли вы прокормить, допустим, 2-3 свинки маленькие. Пока они маленькие, едят мало, потом вырастают, едят много. Ну, не то, что много, вот как. Ну, подошел, поел, кто захотел. Но все равно я насыпаю, у них корм постоянно есть. Я стараюсь, чтобы постоянно был. Поэтому, как бы, тут, а чтобы начать, взять, допустим, 2-3 свинки, они выросли, покрыли, и все, получаете через 4 месяца, то есть 114 дней, получаете своих поросят. А там уже дальше... Маша! Что такое? Прыгунцы! Если есть у вас сарай, хоть какой-либо там, маленький, большой, ну, любой, если сарайчик есть, вот потеплее, с весны берите 2-3 поросят и оставляйте их на свиноматок. Покройте сами искусственно. Я сам первый раз никогда раньше не покрывал. Взял и покрыл, и у меня с первого раза получилось. И второй раз я покрывал, тоже с первого раза получилось. С одной дозы. Я даже без повтора. Ну, я не знаю, может так совпало, но получилось. Поэтому страшного ничего нету. Если хотите заниматься, прикиньте. По кормовым, допустим, если вы рассчитываете на 2 поросят, то прикиньте, примерно где-то, там я грубо говорю, тонну вам надо купить зерновых, то есть или пшеницы, или там 0,5 тонны пшеницы, 0,5 тонны ячменя, или там по 300 килограмм пшеницы, 300 ячменя, 300 кукурузы. То есть если вы сможете купить тонну, берите смело 2 поросят, купили белковую витаминную добавку на старт поросяткам, а дальше... Подняли их, а потом на норму переводите, покрыли их, и они сидят на норме 2,5 килограмма в день. Вот так. Поэтому, если есть хоть какой-либо сарайка, более-менее такой теплый, ну, на зиму я имею в виду, чтобы теплый был. А дальше, когда вы уже купите самих поросят и начнете этим заниматься, начнете сами покрывать там, начнутся, ну, будут ваши поросята, вы уже сами все поймете. Ничего сложного нету, вообще ничего. Я никогда не принимал опоросы, не знал, что такое поросята. Покрывал тоже так, а ну может получится, а может не получится. И сейчас уже вот 2 года, как я занимаюсь свиноводством. Ну, у меня и поросята свои, и свиноматки свои, и откорм свой. И то есть сам уже думаю, что мне надо делать, что не надо делать. Поэтому, как бы...
Что есть, то есть. Сложного ничего нету, если есть желание, даже для себя. Для себя, если для себя держать, то одной свиноматки хватит. Возьмите две свинки, выберите, какая лучше. Одну покрыли, одну на мясо пустили. И той одной вам хватит с головой для себя. Еще и будет, что продать мясом, допустим, продать. А если с целью реализации на будущее, планируйте сразу и откорм, чтобы у вас был, там, допустим, откормить, пустить на мясо продать, и поросят тоже продать, вот как у меня. И откормом я занимаюсь, продаю, реализую, но мне-то проще, у меня свой магазин, продавать намного проще, у меня все заказано. И поросятами тоже, вот как сегодня приехали, забрали поросят. Но тех двух больших я не планировал продавать, просто попросили, вот надо срочно продать, туда-сюда, ну, короче, пришлось пару продать. Вот такие, друзья, дела. Еще должен подъехать человек, забрать 5 поросят. Вот эти. Я ему позвоню, скажу, когда ехать, и приедет, заберет. Пускай их сейчас меньше. Они сейчас начнут еще лучше расти с ней, свиноматка. Они уже сами едят хорошо, поэтому так же, все отлично. Вот так, друзья, поэтому сложного ничего нету. Вот этим у нас поросяткам 17 января было 4 месяца ровно. Пошел 5 месяц. Да? 5 пошел. Обезьянка. Люди приехали сегодня и говорят, что на видео поросята и свиньи намного меньше, чем в реальности. А я знаю, что если снимаешь на телефон, оно увеличивает, а на камеру уменьшает наоборот. Я снимаю не на телефон, а на камеру Sony AS300. Поэтому как бы, ну, говорят меньше по видео, ну а там кто его знает. Ну а в реальности говорят больше, вот эти даже. И те, что не брали подросших, они говорят, по видео посмотрели маленькие, а в реальный, ну я не знаю, там больше 40 килограмм, килограмм может 50. Где-то так. Поэтому, друзья, такие дела. Сложного ничего нету. И кто хочет заниматься, купил 2-3 свинок и пошла жара. Или там я бы, допустим, брал бы для себя 2 свинки и брал бы на откорм 1 кабанчика или 2 кабанчиков. Потому что когда откормите, оно захочется своего мяса попробовать. Сами вырастили, очень интересно. Поэтому сложного вообще ничего нету. Купили зернового тону зерна. И взяли там парочку. И занимайся, держи. Ну, единственное, что удержать, это убирать надо у них. Вот я в этих убираю раз в 2 дня. Подстилаю, солому убрал, опять настелил. Или опилки. То есть по-разному. Так что, друзья, ну, я думаю, на вопрос ответил, что для того надо, чтобы заниматься. Ничего не надо, надо купить тонну пшеницы и купить поросят. Поросят более-менее нормальных брать. Потому что есть поросята, ну, разные. Есть растут хорошо, а есть вообще не растут. Поэтому, как бы, более-менее, у кого знаете, берите и занимайтесь. Сложного вообще ничего нет. Взяли вот таких жевжиков пару штук и держим. Они уже у меня хорошо едят. И уже даже я им начал мешать предстарт со стартом, а Машку я кормлю стартовым кормом, добавляю, и они с ней хорошо едят. Они и старт едят хорошо, еще и молоко пьют. Поэтому, ну, их уже смело можно отлучать, думаю, не буду стрессовать, а то я сейчас отлучу стресс, продам тоже стресс, поэтому лучше пускай заберут, и один будет стресс. Вот так. Поносов у нас ни у кого нет. Да, Машка? Машка злится, забрали 4 поросят. Ну, может, она и не помнит. Так что, друзья, такие дела. Поэтому всем удачи, успеха в начинаниях. Кто там что планирует, не бойся, начинай. Оно все само собой придет. Сложного ничего нету. Страшилки меньше принимайте, что проблем куча. Туды-сюды, там, и то надо, ничего не надо. Держите, кормите и все. Оно все само собой пройдет. Вы сами все узнаете. А так вот теория для качки. Вот, ну, меньше ведите, меньше слушайте кого. Что прям такая сложность, там куча
Медикаментов куча надо, название хер выговоришь. Это все бред. У меня все свиньи живы, здоровы бывали. И болезни, что только не бывало. И рожа стреляла. И все нормально. Без всяких паник все. Сделали, вылечили, прокололи, идем дальше. Да? Колбаска. Колбаска, да? Ну вот так, друзья. Так что всем счастливо, пока. И всего вам самого наилучшего. Будьте всегда здоровы. И добивайтесь того, что вы хотите. Не взирая ни на что. Всем пока.